Гимназия номер один давно стала синонимом успешного обучения и настоящей кузницей призеров и победителей республиканских и международных олимпиад. Она по праву числится среди лучших образовательных учреждений города Бреста. Из стен гимназии, ранее называвшейся средней школой номер один имени защитников Брестской крепости, вышло много сильных и ярких личностей, которым не безразлична судьба города и истории страны. Мне повезло быть учащимся средней школы номер один имени защитников Брестской крепости. И на протяжении всей учебы, наверное, и потом, я очень гордился тем, что школа носила такое название. И у нас был прекрасный музей, посвященный истории Брестской крепости. У истоков этого музея стоял прекрасный человек, замечательный педагог и настоящий гражданин Журавлева Зинаида Сергеевна. К сожалению, сегодня ее уже нет. Вот, она сумела объединить вокруг себя огромное количество ребят, школьников, которые занимались в клубе «Поиск», искали участников боевых действий, защитников Брестской крепости, искали их родственников, помогали им. Именно поэтому возвращение учреждению образования утраченного некогда почетного звания имени защитников Брестской крепости стало принципиальным вопросом, с которым главный военный комиссар области и выпускники разных лет обратились к руководству города, директору гимназии, общественности и родителям. И их услышали. Тот резонанс, который имеет возвращение, присвоение, по сути, возвращение гимназии имени защитников Брестской крепости среди нашей выпускной общественности, родительской общественности. То есть это очень важно. Дети абсолютно адекватно оценивают это событие, и для них это тоже очень важно. Почему? Потому что то, что гимназия, а ранее школа имела с 1978 года, это вот и есть не что иное, как наша историческая память. Мы переговорили с директором гимназии о том, что мы окажем содействие и в создании музея гимназии. Мы готовы к проведению совместных квестов для учащихся гимназии. У нас есть такая форма работы с детьми, как музейные уроки. Ну и плюс выставочные проекты, которых у нас десятки. Но самое важное, наверное, чтобы ребята шли к нам. Накануне Дня народного единства во дворе гимназии состоялось знаковое для всего города событие – торжественное открытие мемориальной доски, посвященной присвоению государственному учреждению образования гимназии номер один города Бреста имени защитников Брестской крепости. В рамках и года исторической памяти, и в преддверии Дня народного единства мы запланировали достаточно много мероприятий, круглых столов. Но вот это мероприятие лично для меня, оно имеет какой-то особый нравственный смысл, потому что идет речь о вопиющей несправедливости, которая произошла в 92-м году. Вопиющая несправедливость. И как следствие сегодня идет речь о восстановлении исторической справедливости, потому что трудно понять мысли того чиновника или чиновников, которые решили, что в гимназии можно убрать вот эту приставку имени защитников Брестской крепости. Я говорю откровенно. Теперь в условиях установления нашего государства мы должны еще раз провести ревизию всех моментов. Где-то что-то, может, мы начинаем забывать. Где-то что-то мы неправильно расставили акценты, и задачи года исторической памяти в том числе нацелены и на это. Открытие мемориальной доски многое значит и для каждого из учащихся гимназии. Это грандиозное событие, открытие мемориальной доски, так как еще в те годы у меня училась в этой гимназии мама, когда это была еще первая школа, когда она имела статус героев-защитников Брестской крепости. У нас проводится очень важная работа по гражданско-патриотическому воспитанию. Мы встречаемся с разными знаковыми людьми, ходим в музеи. И открытие мемориальной доски – это еще одно важное событие для нашей гимназии. Еще одним важным событием дня стал открытый урок ко Дню народного единства «Родной наш Брест и нас связующая нить».
который для гимназистов провел руководитель города. История Бреста, подвиг народа, его памятные места и знаковые личности – все это образует прочный фундамент исторической памяти, на котором и строится наше общее будущее. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.